Всем привет. Еду снова на охоту на лис. Пару раз выезжал пока. Одного взял. Ну, уже так-то. Темно уже было. Сейчас хочу засветло еще найти. Сегодня погодка такая хорошая. У нас февраль месяц, снег весь растаял. Сегодня вот солнце высветило. По таким вот полевым. Еще недавно тут было. Не проехать. Сегодня, думаю, проеду. Манки тут у меня немного такие. Ладно, потом приеду, покажу не на ходу. Так, дорога пока у меня тут закончилась. Дальше есть вот такая полевая. Под колесами хлюпает. Туда я, наверное, не поеду. Да и смысла там нету. Я даже не знаю, куда я там выйду. Время еще есть. Ну, еще рановато, 4 часа. Сейчас посмотрю здесь и поеду туда, где они должны быть. О, каналы все полные. Красота сегодня. Ищу пока глазами. Взял на всякий случай тепловизор свой, гляделку. Ну, это где-то, если будут какие-нибудь заросли. А так-то глазами лучше вижу, чем тепловизором на данный момент. Вот такую погоду вообще красота. Хоть и поля рыжие, но лиса видно. Так, переехал в новое место. Здесь вот такие вот. Такая вот дорога интересная. Сейчас посмотрю здесь, что будет. Главное здесь нигде не сесть. Дороги еще все такие коварные. Вроде сверху подсохло, а под низом все мокрое. Чуть не туда сунешься и все. Сидишь на пузе. Вот эти вот особенно лужицы. О, все, плыву. О, сейчас вот назад буду сюда же ехать. Вот видно, какая тут после меня осталась колея. Нам нужен лис. О, я проехал. О, какая. О, вообще плыву. Еще этого не хватало. Приехал. Хоть бы не закопаться. О, что нарыл. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, на ровном месте закапываешь. Вот такие вот дороги. Туда ехал вот, а назад чуть в сторону повело и пум, колея. Так, что у нас тут, та сторона закапывается. Ну все равно надо в ту сторону проезжать. Вот в чем прикол. Ну это надо будет разогнаться по той же. Теперь попробуем зад. Так. Я на этом драконе еще не ездил по таким. В том году у меня еще Пассат был. На нем я катался. С этим пока не знаю. Ну, пока вроде идет неплохо. Вырвал вот такие вот колею такую. Но пока выехал. Вырвал. Ладно, сейчас вот такой тут возьму. И сходу он сюда. Попробую разогнаться сейчас. Так. Ехали сейчас. Так. Вот сюда. Вперед.
Мне нужна вторая передача и вперед. Без проблем вообще. Так, снова тут начинаются интересные дороги у нас. Пока еду. Там посмотрим. Наверное, уж если что-то и развернуться не смогу. Ой-ой-ой. Фу, нормально. Проезжаем. Дальше лучше. Там далеко что-то есть, теплик. Не вижу. Сейчас попробую. Фотиком. Так как бинокль мой сгорел. Бинокля пока что нету. Я на это время пользуюсь фотиком вместо бинокля. У меня тут очень хорошее приближение. Вот это кто. Я сейчас даже запишу. Стоит. Журавль. Так, что-то он там было похожее, только что не знаю. Или Купина, или Лис. Сейчас будем смотреть. Угу. Вон там что-то есть. Кто? Ой, бля, куда я чуть не въехал, какой-то уроды что творят, мы насыпали какой-то херню. Пусть назад надо не пугать. А, попёр уже. Лис, ну? Вот он, я уже вижу его. Вот он стоит. Это у меня уже на максимальном увеличении. Сырок какой-то холодный. Блин, по похоти, конечно. Еще весело ходить. Так, иду, сейчас попробую. Попробую поманить этого лиса. Смотрим, что получится. Есть у меня раненый заяц. Есть мышь. Настраивал и тот сам. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас буду пробовать.
настраивал, поднастроил на писк мыши более-менее. Ну, потом надо будет еще хорошенько. Я дома настраивал. Тут немножко звук другой. Вот как-то. Что-то вот так. Я потом пробовать еще. Пока что жду. Ах, блин, ушел. Блин, а. Да, ё-моё. Это я сам его, конечно, прозевал. Кино, хотел снять кино. Вышел он сюда. Смотрит на меня, втеплит, пока тут манок этот рассказывал. Он стоит уже здесь, уже видит меня. Я пока прицел, он выключен. Ух, прицел выключен. Начал включать, включил, я уже его вижу, еще мог бы стрелять. Он сразу у меня настроен черно-белым включается. Я его переключил на цветной, он стоит. Ну что ж, так еще мог стрелять. Думаю, надо же еще и запись включить, чтобы снять кино. Включил запись. Вот ты же пока запись включал, он и пошел. Ё-моё. Столько времени стоял. Но не дождался. Сейчас я посмотрю, где я тут по нему стрелял. Где следа от выстрела? А, вот. Вот мой. Вот моя пулька прошла. Ниже получается он, ну тут стоял под него, потом посмотрю на записи. Ну что ж, вот так получилось. Лис ушел, жив-здоров. Но есть и положительный момент. Манок работает. Не знаю какой, возможно, что и оба. Манок испробовал. Мышка, мне кажется, работает очень неплохо. Она похожа. Будем дальше. Дальше будем пробовать охотиться. Я думаю, еще я лиса найду. На данный момент один у меня есть уже.
все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я домой.